Зой, а Зой, иди сюда. О, чего тебе? Давай, давай, давай. Крас. Зой. Чего? Слушай, Иван Никифорович помер, что ли? Царство небесное, куда? Вот я не знаю, вот я тебя и спрашиваю. Вспомнил тут давно, что-то Ивана Никифоровича не видать. Помер он, что ли, а? Погоди, погоди, какой Иван Никифорович-то? Ну, здоров же, совсем, что ли, плохая стала. Петьки нашего Шурин. Какого Петьки нашего? Ну, брат твой, Петька. Чё ты мелешь-то? Ваньку у меня брат, Серёжка да Сашка. Никакой Петьки нету. Да троюродный твой брат с Протасовки. Сын тёти Галин. Женька. Женька? А я Петька. Точно, точно, Женька, точно. Ну, у нее там семеро детей по лавкам. Слушай, а у него кто Шурин-то, а? Да нет, у него Шурин, он не женат еще. Да? Да какой Иван Никифорович-то? С Чуйского тракта. Печник он, что ли? А кто же у нас с Чуйского-то? Не кум ли Алешкин? Который Лешка? Тетя Дуня Лешка. Который тетя Дуня, а? Стрелочница. Ага. Рельс у нас откуда вы? Картошку нам все помогал сажать. А. Алешка сын ей родной на спасательной станции работал. Ну, весла-то у нас откуда вы? Он же утонул. Куда? У том годе. Кум утонул? Да нет, Лешка сам. Лешка, я знаю. А думал, ты про кума. А у тетки Прасковьи Лешка, у него кто кум, а? Тетки Прасковьи баб Машиной? Да. Твоей баб Маши или моей? Да твоей, твоей. Моя баба Маша Прасковья в Хабаровске за прапорщиком. А-а-а. Да, споги с портянками у нас откуда вайн? У них двое ребят. Танечка в третьем классе и Вовик в шестом. Никакого Лёшки нету. Отнесет не знаю что, а Вовик в шестом. Уж он армию отслужил. Ты не армию. Это тетка от сына служил Владик. Который Владик? Который Владик? Который Владик? Боцман. А-а-а. Который 3 года назад нам отдыхать приезжал. А-а-а. Вот такой у него фингал под глазом был. Ячмень, что ли? Ну, Клавкин мальчик, ты откуда вай? Откуда вай? От верблюда вай. А тот, значит, Вовик. А тот Вовик. Ага. Уже женился ли дед Серёжиный? В шестом классе. Чуди её про Владика. Лиду взял дед Серёжа, который с вас нашей Зине. Ага. Их-то дети поженились весной. Ну да. Помнишь, на свадьбе-то гуляли? Павлик и Вика. О, Вика, это я помню. В универмаге он торгует горшками. Ага. А Лид вторая дочь, ну, малярша да. Она. Ну, краску-то у нас откуда вай? Ага. Уей. У нее еще есть двоюродный брат Степан. Который Степан? Который Степан! Который год назад нам отдыхать приезжал. Ага. Да. Ну, Клавки, двойняшки-то откуда вай? Они все друг к другу относятся как-то. У всех один прапрадед. Ну что, помер он, что ли? Давно уж, лет 100. Как 100? Ну, в прошлом годе сидели вот здесь вот с ним, выпивали. Ты про кого спрашиваешь, про деда Шопчева? Так, печку нам кто клал? Степан Иванович, который развалился печку-то? Нет, который развалился, я сам клал. А потом, ну, рыжий такой, с головы до колен, аж на пятку у него он конопатины. Ну, ваша родня-то, рыжие. А ваша косопузые? Ну, при чем здесь? А при том... Только пожрать да выпить за чужой счет. Вся родня такая. А, понесло. Упьют за стакан-то. И жрут, пока слюня не запутаться. Куда тебя понесло? Мы, слушай, мы про кого говорим-то? Чего? Про Ивана Никифоровича. Ну и чё? Слушай, а я вспомнил, а? А ведро зеленки у нас в коридоре 5-й год стоит. Оно откуда вы? Поль подарил дядя Витина, медсестра. Это который задницей вертит. Старый кобель. Это Оли буфетчица. Ага. Да, вилки с ложки у нас откуда вай? У ей кто муж? Виктор. А Виктору я помогал погреб копать, когда он ногу сломал. Это Сергей! Брат муж невесты, дать Мишу нам помогал копать, когда у тебя рука тут не лазь. А Виктор нам крышу стелить помогал. Да? Да, несчастье тогда тоже случилось. Сломался, упал со стропил, самогон весь разлил. Фу ты, Господи! Ну, а печку нам кто клал? Вот с Чуйского тракта. Кто у нас? Да никто вроде бы. Ну как никто, как... А Славка? Который Славка? Кудимовский почтарь. Ну, ваша родня-то. Рыжие. А вас я косопузия. На. Я так и думал, что из ваших. К нам-то ни с какого боку. На. Дай. А чё ж брат его отдыхал у нас неделю целую, 7 лет назад? Это ж брат его был, Славкин. Почём я знаю, ты принимал.
Я думал, ваша родня... Еще чего? А кого ж вы принимали? Ну, то, наверное, есть Иван Никифорович Тай. Да будете, что я Иван Никифорович, что ли, не помню? Ну, кто такой Иван Никифорович твой? Кто-кто? Кто-кто? Ну, пристало, как банный лист, к тазу. Кто-кто? Иван Никифорович и все. Родня чья-то. Ну, вот и разобрались. Спасибо.